Солнце, когда плохо влияет на человека, то он теряет чувство собственного достоинства. Обычно на фоне другого солнца, допустим, жена затмевает тебя своей красотой и силой. Мужчина становится таким замученным, несчастным рядом с ней. Означает плохой период, плохое влияние солнца. Или мужчина такой сильный, влиятельный, женщина становится рядом с ним такая несчастная, замученная. То есть это означает зависимость от человека. Нарушение работы чувства собственного достоинства. Луна, когда плохо влияет, холод в отношениях. Не чувствую человека, не люблю. Плохое влияние Луны. Иногда у женщин Луна по гороскопу холодная. Это значит, что чтобы полюбить человека, нужно несколько лет. Такие женщины думают, пока не полюблю, не буду жить вместе. А у ней так устроено, что она не может сразу полюбить. Ее должны полюбить. Поэтому надо пожить какое-то время и как бы тогда полюбишь. Ведь может ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Надо понять, что вообще психика женщин так работает. Она очень медленно может принять кого-то в свою жизнь. Так работает. Психика очень тугая. Она медленно принимает, медленно также отказывается от отношений. Она уже сказала, все, я не хочу тебя видеть. Но это ничего не меняет. Она все равно привязана к человеку остается. Ну, то есть она медленно привыкает, медленно отвыкает, особенно с возрастом. Еще медленнее становится. Поэтому надо просто ждать. Привыкание происходит постепенно. Нужно отношения строить, жить. Постепенно привыкание приходит. Мужчина быстро привыкает, но не глубоко. Женщина медленно, но глубоко. Поэтому женщина держит отношения, она своей верностью держится отношения. Она считает, это мой единственный человек в своем сердце. Не думает, что ей кто-то еще нужен. И тогда мужчина не может оторваться. Он когда смотрит на жену, у него отпадают все остальные кандидатуры. Когда она видит, он видит вот этот взгляд, такой верный взгляд, когда мужчина видит, то у него отпадают все кандидатуры. Почему? Потому что так действует сила женского взгляда. Она смотрит, и все, ему больше никто не нужен уже. Вот такой верный взгляд, когда она имеет. Означает сердце верность. Верность не означает слабость сердца, что я подчинилась человеку, потеряла себя. Нет. Верность — это сильное чувство. Я верная, но я тебя буду воспитывать. Ты не имеешь права рядом со мной грешить, вести себя плохо. Я достойный человек. Означает верность. А если ты унижена перед ним, это не верность. Это предательство.